Уже после того, как Советский Союз развалился, стали анализировать, что там было хорошего, а что плохого. Сначала все кричали, что это было ужасно. И чем больше проходит времени, тем больше все как-то вспоминают. А не все же ведь было так ужасно. А самое главное, что не было ужасно, это налаженные экономические взаимоотношения. И, в принципе, любое объединение на этой почве, на почве дружбы, сотрудничества, созидания, оно благотворно для человека, для страны вообще, для любого образования людей. И мне кажется, что вот сейчас Россия может выступить тем объединяющим началом, которое соберет снова вокруг себя. Пусть это будет не Советский Союз, пусть это будет все, что угодно. Назови хоть груздем, но полезай в кузов. Вместе что-то делать и поддерживать друг друга. Это очень важно на сегодняшний день.